Жамбылская область отмечает свой юбилей. Образована она была указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 октября 1939 года из частей Южно-Казахстанской и Алматинской областей. В 1993 году название Жамбылской было изменено на Жамбылскую. Область названа в честь Жамбыла Жабаева, казахского поэта Акына. Какие этапы прошел регион за эти 8 десятков лет? Как развивался, каких успехов добился? Этой юбилейной дате мы посвятим свой выпуск сегодня. Добрый вечер. В нашей студии сегодня Багимгуль Табажановна Козыкеева. Она старший преподаватель кафедры истории Тарасского государственного педагогического университета. О значении исторического, торгово-экономического, культурного наследия нашей Жамбылской области сегодня вот в контексте прошлого, настоящего и будущего нашей страны мы с вами, Багимгуль, и поговорим. Итак, Тарас и Жамбылская область в ретроспективе прошлого. Давайте с этого. Добрый вечер. Говоря о Жамбылской области и о Таразе, конечно, нельзя сказать о том богатом прошлом, славном прошлом богатого города Тараза, города купцов. Нельзя не сказать о том, что действительно многотысячелетняя история нашего города очень богата знаковыми датами. Вот сегодня, вот, когда мы празднуем 80-летие Тараза в Жамбылской области, то, конечно, нельзя отметить и то, что наша область является началом очень многих таких исторических эпох нашего Казахстана. Если будем говорить о Жамбылской области, то, конечно, будем говорить и о Таразе, будем говорить о тех 10 районов, которые включены в нашу область, и нашем, конечно, городе Таразе. Говорить очень много в нашем время нельзя втиснуть все эти богатые страницы нашего города, нашей области. Но говорить о том, что 2000-летие нашего города, 550 лет образования казахского ханства, знаменитые те битвы, и первая Таласка, и вторая Таласка, которые остановили агрессоров с востока, с запада, это очень моменты такие серьезные. И говорить о том, что именно 80 лет назад появляется на политической карте Жамбылской области, это вполне закономерно. Вполне закономерно, это было проведено размежевание Шымкентской и Алматинской областей. Часть районов ушло с запада и с востока, и появляется Жамбылская область. Время было очень трудно, как раз это время репрессий, сталинской эпохи. Очень много было моментов таких, и именно в это тяжелейшее время, и для Казахстана, который только-только поднимался после тяжелейшего голода, только-только восстанавливался генофонд нашего народа, именно в это время, в 1939 году, появляется Жамбылская область. И вот с этого момента начинается история новой области. Что можно сказать про нашу Жамбылскую область? Это, конечно, уже в первую пятилетку, вторую пятилетку очень много было новостроек, очень, и притом союзного значения. Mm-hmm. Если уж говорить об этом, то только недавно был построен Турксиб, знаменит, это мирового значения железнодорожная стройка. Если будем говорить о таких планах А, планах Б, индустриализации, если будем говорить о знаменитой коллективизации, то все вот эти моменты, которые характерны и для Советского Союза, и в Казахстане в частности, конечно, они нашли отражение в нашей Жамбылской области. Но несмотря на трагические страницы, несмотря на репрессии, очень много хорошего было связано было с Жамбылской областью. Жамбылская область с самого начала давала стране очень много своих продуктов.
и питание, конечно, в первую очередь, да. И к этому моменту появляется, например, Жамбылский сахарный завод, если будем говорить, из группы Б, продукты питания союзного значения это было. Появляется очень много таких новостроек. Джамбул тогда к этому моменту начинает подниматься, и действительно статус города, притом серьезно современного города. Если возьмем Вторую мировую войну, как раз таки Великую Отечественную войну, то, конечно, Жамбылские активно участвовали в этих... в этом процессе. 400 тысяч наших жамбылцев ушли на фронт. Это учитываешь, каждый четвертый человек мужского населения ушел на фронт. Это после того ужасного голода, действительно, который голодомора, который был после, да, после это как трагические страницы знаменитой коллективизации. И если будем говорить о местном населении, то, конечно, местное население давали и шерсть, и давали мясо, да, очень много моментов. Школы превращались в госпитали. То есть все трудовое население, мирное население участвовало в победе над фашистами. Здесь очень много были эвакуированы заводов из западных регионов Советского Союза. И вот говорить об этом, это тоже не говорить с только с похвальной тоже точки зрения. Да. А после войны, конечно, говорить о том, что и четвертые, и пятые, и другие пятилетки, жамбылцы очень серьезно участвовали в этом процессе. Начинается большая химия, если будем говорить. Да. После того, как Каратау нашли залежи фосфата, то по ее строится, если вы помните, НДФЗ, суперфосфатные заводы. Большая химия пришла в нашу благословенную Жамбылскую область. Очень много сельскохозяйственной продукции вырабатывалось. Сахарная свекла знаменитая. Возьмем фабрику ПОЖ, знаменитую кожкомбинат. Мы давали такую обувь, которая спокойно конкурировала. Например, я носила обувь, которая шла на экспорт, и никто не... Это было очень серьезное подспорьем, да, для нашей экономики, да, рыбзаводы и так далее. То есть мы вполне могли и по сельскохозяйственной, по промышленной продукции вполне были конкурентоспособны с другими регионами и КЗСР, и вообще Советского Союза, в те годы. И говорить уже о том, как в 91-м году появляется Республика Казахстан, то, конечно, Жамбылская область испытывала такие же трудности, как все регионы нашего Казахстана и постсоветского пространства. Это очень тяжелые, серьезные годы, но, к чести сказать, наши жамбылцы выдержали это испытание. Никаких таких серьезнейших потрясений не было. Конечно, в экономике были моменты, никто не говорит, закрывались фабрики, заводы, безработица была, но, несмотря на это, все-таки жамбылцы вышли из этой серьезнейшей ситуации. Да? И вот, несмотря на то, что действительно очень много было, вот, просто простейший пример, в Жамбыле, например, живут больше 100 национальностей, да, никаких таких серьезных вот этих противостояния между национальностями не было. Я считаю, что это великий успех нашего района. И в годы депортации область ведь приняла большое количество представителей разных национальностей Советского Союза. Да, на Западе, например, полиэтнизм считает слабым звеном, а мы, наоборот, казахстанцы, жамбылцы, они, в принципе, сделали это, наоборот, успешным, потому что и русские, и украинцы, и немцы, и дунгане, все они участвовали в поднятии. Интернационализмом именно мы могли похвалиться в те годы. Вот именно, да. И вот, если взять вот современные достижения нашей Жамбылской области, мы, честно слово, много сказать успешных моментов, много перечислить успешных моментов, связанных с Жамбылской областью. Это вот именно основываясь, если на статистические данные, вот то вот на ваш взгляд экономическое развитие действительно области каково? Если взгляд историка, это тоже интересно. Например, это очень интересно. Если взять, вот, например, зеленую экономику, помните, это мы провели международные вот эти мероприятия, связанные с успехами в экономике, с успехами с инновационными. Ну, то есть после Экспо зеленая экономика у нас внедрилась, это и бурные солары, и так далее. У нас
между нами говоря, одни из первых в Казахстане появляются ветровые электростанции, солнечные электростанции, Кордайские, да, знаменитые Отарвы, если взять, да, это у нас вот впервые. И вот, например, вначале мне так нравится статистика, говорю, да, первые ветровые электростанции могли ежегодно, например, снабжать энергетикой 200 домов. Теперь поднимается вопрос о 2000-х, да. И вот недавно я посмотрела отчет Акима нашего, нашей области. Он говорит уже о том, что в скором времени 50% необходимого количества энергетики будет именно возобновляющих источников экономики, понимаете? Это и ветровые станции, да, энергия. Да. Это очень серьезно. Ну, конечно, мы в основном вырабатываем сырье. Жамбылская область очень богата золотоносными рудниками, если взять Майнкум и так далее. Это золото с примесью серебра, с меди и так далее. Но это очень высшего качества золото, если уж говорить об этом. Будем говорить о Жамбылской области, то, конечно, будем говорить о цементе, будем говорить о фосфате. Это мирового значения. Вот просто если взять моменты, когда, например, Нурсултан Абишевич Ельбасы ездил, например, в Дамаск, они реконструировали знаменитый мавзолей Аль-Фараби, то белый мрамор как никогда бы подошел именно к облицовке этого мавзолея. Если возьмем это, знаменитый Василия Блаженного, помните храм в Москве да, на Красной площади? Опять-таки, жамбылский вот это белый мрамор, он как никогда, вот самые такие сокровенные комнаты, они были вот облицовка. Да. И вот знаменитая наша стела, наша стела, как раз к 550-летию образования казахского, он сделал с прекрасного мрамора. Это, ну, в основном, конечно, Жамбылская область, Южная область вырабатывает сельскохозяйственную продукцию. Это шерсть, это мясо, например, мирки, мед и так далее. Очень много мероприятий. Мы вполне та область, которую можем себя кормить, поить, обувать, одевать. Вопрос технологий, вопрос новейших инноваций. Как это мы сумеем внедрить в наше современное состояние именно новейшие открытия? Это очень серьезный вопрос. Ну, давайте тогда перейдем после экономики. Ну, скажем, вклад жамбылцев в развитие культуры нашей страны. Если взять образование, науку, то здесь каковы достижения, на ваш взгляд? Да, недавно посмотрела статистику. Будем говорить о великих людей. Просто вот возьмем Асанали Ашимов, великий наш кинематограф. Он выходит из нашей области. Снимается в прекрасных фильмах. Он сейчас сам является... Выдающейся личностью жамбылской области. Очень много музыкантов, очень много борцов именно являются выходцами из жамбылской области. Это очень серьезно. Если будем говорить об образовании, науке, то, конечно, здесь я не могу сказать о наших школах. Вот, например, к ноябрю 2019 года я посмотрела рейтинг школ Казахстана. Вот 50-ку очень серьезных школ, развитых школ Казахстана вошли 3 школы из нашего города Тараза. Например, Блин Инновации, бывший КТЛ для мальчиков, они занимают 4-е место. Для девочек Блин Инновации имени Аша Бибиси занимает 25-е место. Это очень серьезный показатель. А и, какие-то? Конечно, Дарын, это школа-интернат, она всегда выпускала и развивала, учила одаренных детей. Вот как раз 3 школы вошли, я имею в виду вот этот год, 19-й год, они вошли вот в этот рейтинг. И действительно, почему? Там развиты не только знания, там развито полиязычие, вот что хорошо, да, и это бывший КТЛ, и Дарын. А если говорить о вузах, например, я тоже посмотрела вот за статистику 2019 года, то, например, наш ТАРГУ, Тарасский государственный университет имени Мухаммеда Хайдара Дулати, вошли в топ-20 вузов Казахстана. Они занимают 12-е место. А в Тарасский государственный педагогический университет после всех вот этих рейтинговых вот этих аттестаций мы занимаем 16-е место, 5000. Конечно, нам трудно конкурировать с такими солидными, будем так сказать, фундаментальными учебными заведениями, как Казахский национальный университет, это моя альма-матер, да, имени Аль-Фараби, или, например, ЕНУ имени Льва Николаевича Гумилева, или, например, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, но мы все равно вошли в топ ведущих вузов Казахстана. У нас занимается действительно очень много вот этих
этих направлений, я вот одно из направлений хочу, конечно, затронуть именно историю, потому что у нас очень много направлений, которые, ну как, для современной науки являются очень актуальными, например, Центральная Азия, Великий Шелковый Путь, исследование наследия Джамбыла, исследование именно Тараза, вот именно Тараза вот в этом моменте. Очень, например, исследование Алаш, движение Алаш, Алаш-Орды вот, и так далее. Очень много таких перспективных. Вот, например, по казахскому ханству мы тоже с честью вышли по празднованию, да, и много проводится международных форумов. У нас связи очень много с этими мировыми научными школами, и действительно мы, как говорится, если говорить про инновации, технологии, конечно, мы уступаем им, а так в целом очень много проектов, которые имеют перспективы именно в образовании и науке. И в школах, например, если взять по Жамбылской области, очень серьезно сейчас уделяют внимание, есть дисциплина Олькетану, дисциплина исторической краеведения, где детишек с 5, 6, 7 класса как раз-таки и учат любить свою родину, как раз-таки очень много к 80-летию образования Жамбылской области проводятся мероприятия. И дети вот опять вот весной поедут на автобусах по всем нашим историческим местам. Это очень серьезные такие, будем так сказать, завоевания, достижения жамбылцев современные, я имею в виду именно в культурной области. Угу. Ну вот как историк, перспективы развития нашего Жамбылского региона, вот видите, вот к 80-летию, после 80-летию, вот как вы смотрите перспективы? Я, конечно, материалист, и поэтому мне хотелось бы, чтобы вот в области экономики, да, в области торговли мы занимали все-таки ведущее место. Мы та область, которую можем сами себя и кормить, поить, обувать, одевать, и действительно обучать детей новейшим методикам, новейшим методологиям, новейшей технологии, инновационным методам, понимаете? Это, конечно, требует очень много вложений, очень много вложений. Вот, например, вот современную статистику посмотришь, например, открыли такое-то предприятие, и говорят, там нашли 60 рабочих мест, да, открыли такое-то мероприятие. Вот отчет возьмем акима Жамбылской области, вот за вот, начало, вот, до ноября 2019 года, говорят, вот нашли 60 мест, там 20 мест, там 30 мест и так далее. Конечно, это большое подспорье для того, чтобы мы могли вперед прорваться, вырваться это. Мировой кризис нас не может не затронуть. Вы, наверное, знаете девальвации. И вот очень многие ученые-мужи, вот международный валютный, валютный фонд и так далее, очень много печатают информации о том, каким будет год в 2020 году, в перспективе уже 2025 год. И вот какое место будет занимать, конечно, Казахстан. Для меня это очень огромное значение было. Ну вот, например, вчера я посмотрел статистику. Экономика Казахстана, если взять, мы сейчас занимаем 34-е место. 34-е место по многим показателям, это очень серьезное подспорье. Там, конечно, и наша Жамбылская область играет огромную роль. Вот, например, вот недавно прошла весть, что в Каратау, в недрах Каратау находится, ну, это бывшая Шымкентская, сейчас Туркестанская область, там нашли нефть. Ну, при том залежи, в 17 вот этих залежи нашли вот нефть. У нас, конечно, мы все-таки в большей степени сырьевая страна, мы все-таки являемся сельскохозяйственной страной, будем так говорить, да? Но то, что мы вырабатываем по новейшим технологиям, это сделает нам тот фундамент, который внедрить новейшие, откроет новые предприятия, чтобы мы могли действительно ни в чем уступать передовым государствам. Раз мы говорим, сегодня собрались-то, собственно, насчет 80-летия нашего Жамбылского региона. Вот вы как историк, я уверена, часто посещаете областной историко-краеведческий музей. Вот насколько это сегодня, вот, ну, я не хочу сказать, что в связи с 80-летием,
Но вот интерес к истории родного края, вот вы в своих студентах вот взращиваете. Это вы вообще часто, наверное, туда ходите? Да, мы как та... и историку, это ваше любимое место, да. Мне кажется, нет? У нас, знаете, если говорить про историка, да, в принципе, ежегодно первокурсников, все первокурсники, независимо от профессии, от специальности будущей, они все-таки проходят, как говорится, экскурсии. Идут экскурсии. Это как должное? Это просто-напросто ознакомительная экскурсия, да. У нас, например, есть свой музей имени Баласагуни, Юсуфа Баласагуни в Таргыпу, да. Но помимо этого у нас ежегодно ректор выделяет автобус, и мы ездим, например, Акртас, это 80 километров все-таки, все-таки ездит, а говорит о Айша Биби, Карахан Баба, и вот различные вот эти исторические места, это естественно. Говоря о подготовке исторических кадров, это нужно говорить, естественно, каждый год мы практику проходим. Например, вот первокурсники сейчас нынешние, вот в мае, в июне мы пойдем на археологическую практику, экспедицию по всем вот этим историческим, археологическим местам, да, раскопкам. Говоря вот о второкурсникам, то они, конечно, у них будет музейная практика. Они будут именно в музеях, архивах проходить свою, как говорится, практически запоминать и развивать те знания теоретические, которые были в аудиториях. Но вот в связи с 80-летием области, вот насколько вот именно вот этот период 39-го года, вот сейчас же вы в связи с этими вот событиями и датой такой вот круглой, в общем-то, интерес к этому испытывают студенты? Да, интерес очень большой. Даже вот возьмите, у нас учится большое количество туркмен, иностранцев, да, вот они тоже заинтересовались, например, на своих лекциях у нас есть дисциплина историческое краеведение, да, и возьмем это раннесредневековый Казахстан, новый, современный Казахстан, все равно так или иначе связь с современностью есть, такое, такая методика, мы говорим о современном Казахстане, есть естественно, говорим о нашем Жабыле. И притом не только о Таразе, 2000-летней, который, да, а именно о современном Таразе, о современной Жамбылской области. Да. И вот говоришь о великих, например, вот недавно, буквально вчера была лекция у меня, я рассказывала про Бауржана Мамышлы. И вот Бауржан Мамышлы, вы видели глаза наших студентов, которые приехали из Туркменистана, Ашхабада и других районов Туркменистана. Я им говорила про, не про Жамбыла Жабаева, говорила вот о том, какой вклад, помните уже, ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя, про Бауржана Мамышлы, нашего великого земляка. Его действительно, очень много страниц, например, мало исследований. Очень исследовать надо, например, жизнедеятельность того же самого Бауржана Мамышлы. И вот детям, когда рассказываешь, да, они действительно загораются, они хотят в любом случае и рефераты, и как раз-таки документальные источники они изучают. Но это только начало. Багимгуль Табажановна, завтра, значит, наш регион будет отмечать 80-летие, повсюду пройдут торжественные мероприятия. Я вот просто хочу, вы известный историк нашего региона, у вас есть возможность вот поздравить жамбылцев вот с такой вот юбилейной датой, пожалуйста. Уважаемые жамбылцы, уважаемый Тарас, я вас поздравляю с нашим праздником, 80-летие нашей области. Наша область, наш город имеет славную историю, славное прошлое, имеет славное настоящее, великое достояние, великие достижения. Но мне бы хотелось сказать о нашем будущем. Я бы очень хотела бы, несмотря на тревоги, несмотря на беспокойство, опасения многих людей, а что будет дальше? Эти кризисы, эти действительно глобалистика, эти девальвации и так далее. Все-таки, несмотря ни на что, я желаю, чтобы мы действительно очень спокойно пережили эти трудные времена. И наша Жамбылская область, как и в те далекие славные времена, все-таки пережили это и пошли дальше. Стабильно, хорошо и очень-очень развито. Я за наш прогресс, за ту атмосферу, которая действительно окружает нас. Отношения между людьми, отношения вот между вот старшим поколением, молодым поколением. Вот в эту эпоху, когда действительно виртуальные люди, виртуальные отношения, чтобы это все нас не тронуло, а действительно были чисто человеческие, как неосфера когда-то говорили великие мужи, как говорили о
Homo Moralis, я говорю о том, что в нашем благословенном Жамбылской области, в нашей благословенной Жамбылской области, в нашем Казахстане действительно было все хорошо. Я за то доброе, за то светлое и прекрасное, что нас ждет впереди, за наш прогресс. Желаю всего самого-самого. С праздником вас, нашей славной Жамбылцы. С юбилеем. С юбилеем. Спасибо. Багимгультова Жанна Казакеева, старший преподаватель кафедры истории Тарасского государственного педагогического университета, была сегодня в канун главного праздника нашего региона – 80-летия Жамбылской области. Спасибо вам. Всего доброго. Большое спасибо вам.